Театр «Кукол. Сказка» ищет актеров. В ноябре этого года творческий коллектив переедет в новое здание на улице Пушкина. И новая актерская кровь просто необходима. А где же мои красивые крылышки? О, наверное, я мало съела полезной еды. Сейчас в театре «Кукол. Сказка» работает 12 артистов. Пока они справляются со своей нагрузкой. За творческий сезон только на основной сцене выпускают по 4 премьерных спектакля. И регулярно появляются новые постановки для самых маленьких. Например, уже в ближайший понедельник здесь покажут интерактивную историю о гусенице по имени Мишель, которая мечтает стать бабочкой. Режиссер спектакля Мария Любецкая говорит, принять в труппу готовы всех желающих. Главное, чтобы у человека были необходимы актерские данные, хороший голос и пластика. Мы будем смотреть всех, кто придет, смотреть на данные, на актерские. Конечно, если люди талантливые, если горят театром кукол, то мы непременно всех будем ждать, не будем ограничивать себя какой-то определенной цифрой. Заявки от будущих артистов театра «Кукол» принимают уже сегодня. А в августе режиссеры сказки оценят их потенциал, что называется, вживую. Кстати, театральное образование хоть и приветствуется, но оно не главное. В театре готовы научить кукловодческому делу. Справки по телефону, который сейчас на экране.